Всем привет! Ну что, ну что, дорогие наши девушки, владелицы бренда Pamela, владелицы самого красивого белья и самых красивых купальников. Я уже тут вижу, это просто вообще просто. Ой, мама дорогая, господи, какие же они красивые. А там вижу и золото, и серебро. Подождите, они золотые или серебряные? Ах, это такой хамелеон. Они отливают и золотом, и серебром. А это шоколад. Или что это такое? Это слива, шоколад горький. Боже мой, леопард, какие красивые. Еще один анималистический принт. Закрытый купальник. Показывайте, девушки, нам. Ну, это, к сожалению, в единичном. Кто успел, да? Тот съел. Да. Да, последний. Ой, какой красивый. Слушайте, ну я сразу... Смотрите, вот такой. Ой, элегантный. Для любителей элегантный черного. И даже с изумительной просто посадкой, с идеальной просто посадкой. И даже с юбочкой. Дорогие друзья, ну, мы сразу налетели, я вернее, сразу налетела на купальники, потому что они потрясающие. Но для тех, кто впервые попал на этот ролик, хочу сказать, что мы находимся с вами в Санкт-Петербурге. И нас встречают очаровательные хозяйки бутика нижнего белья, роскошных купальников, товаров для дома, одежды для дома, да, утягивающие, стройнящие, чего только у вас нет. Итак, представляемся. Меня зовут Анастасия, это моя мама Елена и моя бабушка Татьяна. Да, и на фотографии, кстати, вы их видели. Ну и вообще, ваши ролики стали очень популярными в интернете. Я думаю, что теперь вас знают очень многие. А после этого бомбического видео вас узнают еще больше. Но сначала полезная информация. Конечно. Мы находимся в городе Санкт-Петербург по адресу Ленинский проспект 130/6. В одной минуточке от метро, поэтому будем очень вас ждать. К нам можно попасть без записи. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети, Телеграм, ВКонтакте. Мы принимаем заказы, отправляем белье и купальники в различные города. Будем обязательно ждать вас. А для подписчиков Марины, как всегда, как всегда, 10% скидочка. По промокоду Марина. Марина, здорово. Не забывайте про этот промокод. Обязательно озвучивайте на кассе. А мы все сказали? Так быстро? Да. Соцсети, адрес, промокод. Ну вообще, профессионалы. Начинаем тогда смотреть ваши прекрасные купальники. С них, наверное, и начнем, потому что невозможная жара. Мы хотим вам все показать. Лето всем хорошего. Сезон купальников. Да. Девушки, я хочу сказать, что у вас такие красивые купальники, что я таких вообще, по-моему, очень... Я даже не помню, чтобы я вообще когда-то видела такую подборку и уникальную. Правильно, потому что у нас представлены эксклюзивные бренды, которые вы нигде больше не найдете. Да? И мы подбираем эти коллекции, в основном не повторяется. То есть то, что вы видите здесь, это нужно хватать здесь и сейчас. Потому а сколько стоит, например, вот такой серебряный купальник? Так, этот у нас купальничек стоит 9400 вместе с 9400 с моей скидочкой получается 8 с чем-то, да? Боже мой, а это же просто мечта. Я представила, загорелое тело. Это вообще на солнце, это так играет, это просто завораживает. И это тоже примерно столько же стоит, да? А еще главная отличительная черта вот этой ткани безумная, да, она не облазит, она не выгорает, потому что свет отражает от себя. И купальник этот убить вообще практически невозможно. Это будешь звездой пляжа. Мы этого и добиваемся, чтобы наши покупатели были звездами. Да, ну у вас и скромные есть, мы их посмотрим, мы просто начинаем с убойных. Это новиночка от Deo Fiori, тоже очень хорошая посадка. Вообще такой... А вы нам, девочки, же примерите сегодня, да? Все покажем. Трусики такие, ой-ой-ой, какая красота, какая красота. Я вам предлагаю переместиться в примерочную.
Пойдем. Ну, слушайте, вот эти вот золотые мы же будем примерять. Конечно. Я вот увидела, что тут есть, ну, несколько, как бы, обычные трусов, трусики. Покажите, да, вот их. Господи, здесь у них и вешалки золотые. Мне очень нравится, я его себе точно возьму. А какие вы берешь, вот, Настя? Давайте покажем, да, вот здесь вот. Есть вот такие трусы с высокой посадкой. Вот. Они с высокой посадкой. Да, невероятно, за счет как это раз такие этих полос. Тут секси и загоришь, да, а животик подтянется, да, потому что, да, они высокие. Да. Господи, они переливаются и золотом, и серебром, и бронзой. Но он идеальный. А еще на мне сейчас туника, которую мы запускаем в собственное производство. И это, мне кажется, полный мэтч. Это пляжная, да, туника, это пляжная, да? Туника, ну, можно и на Новый год. Можно и так носить летом. Я точно буду носить. Я знаю, что многие девушки тоже со мной согласятся и будут покорять просторы Петербурга и не только. Брать его с собой в отпуск. В общем, я считаю, что это все надо мерить, показывать. Да, и да, да. Ходить. И все это нужно носить. Это все так будет шиться. Да. Так, ну что, перемещаемся в примерочную, даже не знаю, с чего начать. Тут вот есть и тропические всевозможные. А особенность этого купальника, он держит даже очень большую грудь без бретелей. То, да, есть все бретели съемные, и он хорошо поддерживает. Я думаю, что мы на маме или на бабушке обязательно покажем. Здесь широкий пояс. Черная, да, с этой стороны, а здесь вот тропический. Такой интересный рисунок. Ой. И еще есть мягкая чашка. Три варианта трусиков, то есть можно, да, отдельно подобрать. Да. Хотите открытую попочку? Хотите закрытую до талии? И можно размер тоже, ведь, да, они, конечно, разнятся очень. Бывает грудь, да, большая, попа маленькая. Вверх, отдельно низ. Можно подобрать, так, любой. Подождите, а размер. Это такой же рисунок, да, но без кладки поролоном, да, да, вот, то есть вот если их рядом и покажать, сидит идеально, показать, просто идеально. Да? У него посадка обалденная, я обожаю эту форму чашки, потому что она все собирает с бочков, вот кто хочет, да, себя сделать более стройный визуально, вот этот купальник, просто это must have во все, да, времена. Да, обязательно. А мне еще вот этот тоже понравился, бирюза это и оранжевый. Это коллекция by Анна Семенович. Да? И, конечно, так, у нас... Анна Семенович, это что значит? Они она принимала... совместно, да, с польским брендом Deo Fiore отшили собственную линейку. Здесь невероятной красоты вообще сочетание ткани. Здесь чашка, которая не впитывает большое количество влаги. То есть вы выходите, да, кстати, из воды. Да? Да, и она стекает и как бы не напитывает себя, то есть купальник очень быстро сохнет. А действительно, вот вроде бы какая-то прокладочка есть, но очень тоненькая такая, деликатная. Да, ну и само сочетание очень интересное, необычное, такого точно нигде не встретите. Да, мне очень нравится. И главное, что вот эти все купальники, они потрясающе сочетаются с загорелым телом. Да. Кстати, и с незагорелым, кстати, я думаю, тоже. А тут у вас разные еще туники. Тунички. Обратите ну-ка, внимание на эту сетку. Эта сетка просто вообще потрясающая. Можно в городской образ тоже приспособить, да, сколько стоит. 5600. 5600. Слушайте, у вас еще очень демократичные цены. Вы же просто не только звездой пляжа, но можно, ну, действительно прогуляться, если вниз, например, одеть. Стилизовать, да, с брюками, например, по-разному можно. О-о-о, какая, да, туника. Слушайте, они так красиво выглядят, я бы прямо даже их носила просто. Тут, подождите, тут прямо какой-то золотистый, оливковый, да, отлив, самое пальм. Ой-ой-ой, ну-ка. Боже мой. Самое интересное, что все вот эти туники мы можем отшивать под вас, под заказ. Это как раз и есть тоже ваша линия. Это не совсем наша линия, но это партнеры, с которыми мы работаем. И у них очень разнообразная палитра. Поэтому вы можете примерно скинуть, если вы под имеющийся купальник, скинуть, какой у вас купальник. Да, мы подберем принт и для вас отошьем в любом размере и в любом... Ну, 8 моделей точно существует. Да. Поэтому... То есть вы можете такую тунику еще и сшить на заказ, да, подобрав, да, принт, да, размер. Вот такую тунику, вот такой комбинезон, пожалуйста. Вот такие брюки, пожалуйста. Ой. Это все наше. Это все вискоза. Ну, смотрите, вы открыли свою линию, да? И одежда тоже будет. И еще будет сюрприз, о котором мы в этом ролике не расскажем. Но подписывайтесь на мой канал и на соцсети.
соцсети девушек, и вы узнаете первыми о том, какой сюрприз вас ожидает. У нас сейчас наша коллекция, чем она универсальна? Тем, что мы используем классные материалы, например, это вискоза, которых летом будет шикарно. Вискоза, лен. То есть это, подождите. Да. Это костюм из вискозы. Да. В котором не будет жарко. Под зебру. Да. А брюки какие? А брюки здесь можем отшить любые. Можно палаццо, как на мне сейчас, да? Угу. Я их ношу и с черным, например, брюками. И вот с такими, они, Настя, на резиночке? Да. И тоже можно заказать разного размера. Да, абсолютно. Бабушка цвета сегодня размера. Приехала в таких же. Так я хочу у вас заказать конечно, такие. Конечно, вы будете первой. Ой. Ну, они же есть разные. Мне очень надо такие. Есть и васильковый, да? И... Подождите, то есть брюки можно заказать васильковый. Да? А, это костюм, целый. Это целый костюм. Здесь все продается все отдельно. Отдельно блуза. И бирюзовый. Отдельно бирюзовый, брюки. Белый. Это вискоза все, да? Это все ткань софт. Потрясающая к телу. Невесомая, она ничего не весит вообще. Мне очень есть нравится. Есть еще толка, но это такая более молодежная линейка. Вот сейчас в жару можно носить. И вот это мы тоже все носим и очень любим. Даже сделали для своих девочек. А это даже, ой, какая классная ткань. Девушки, у вас вот к этому костюму бирюзовому, я смотрю, тут бирюзовых купальников. И вот этот очаровательный это горошек, да? Понимаете? У него такая великолепная посадка. В общем, все, кто собирается на море, вы просто не можете не посетить Памеллу. Но и для городской жизни конечно. Купаться даже и у нас можно, да? Ведь есть водоемы, как говорится. И особенность вот этих купальников, что ему, да, действительно ничего не будет. Даже если вы будете купаться на каком-то водоеме, у нас здесь не ездя на море, однозначно он будет спасать вас. Господи, и просто привлекать внимание. Вот этот купальник у меня существует уже 4 года. То есть он уже перешел, да? Ну, он как бы прошел, как говорится, и Турцию, и Эмираты, и все, что только можно. Он все время со мной в сауне. Да. То, что бассейн. Уже как бы мне его не жалко уже просто уже 4 года, мне уже не жалко, он перешел в разряд такой, в другой разряд. Но до сих пор все целое. Он цвет не потерял. А ничего не растянулось. Да. Ну что, девушки, очень. Да, и много у вас еще тоже таких цельных, да, то есть купальников с юбочками. Любые размеры. Ну что, девочки, пойдемте уже мерить. Да, пойдемте. Надо. Представляем, что музыка играет. Так, ближе ко мне. Крутимся. Отлично. Так. Настя уже пришла. Крутимся. Ага. Елена. Так. Молодцы. Три грации. Вот это наши туники уже собственного производства, которые мы вам рекомендуем надеть, блистать. Вы посмотрите, какая шикарная ткань. Ой. Смотрится невероятно. Туники. Они тяжеленькие такие. Тяжелые, потому что это очень качественная. Но очень тактильно к телу. Очень. Смотрите, это такая бежевая телесная сетка со стразами. Да. Можно вообще стилизовать просто поверх одежды. А я согласна. Да. Ух ты, какие классные вы золотые Клеопатры, какие вы просто. Я бы пошла так на бал. Да. Нет, ну если вниз, например, надеть платье комбинацию, ну, к примеру, да, конечно, а сверху вот такую вот, значит, туники каких фасонов? У нас есть, получается, будет несколько. Это у нас для плюс сайз, получается, линейка со спущенным плечом. Для того, и V-образным вырезом. Да, для того, чтобы вот здесь вот наши ручки прикрыть, но при этом было комфортно двигаться. Она свободная, она летящая, и можно по-разному ее будет стилизовать. Ну, смотрится шикарно. Просто. Да, и вниз вы надели какой купальник? Это черный. Не слитый, черный, да? Да.
Это классическое здорово. Сочетание такое, очень спокойное, но при этом привлекающее внимание. С брюками, с топом, сверху вот этот уник, она совершенно вообще выглядит потрясно, и мы вам обязательно покажем. Да, она роскошная, это на бал действительно можно. Так, и Елена, самое главное, что оно не мнется. Кинули одну в чемодан, и можно собрать миллион образов. Да, и вы надели вот этот золотой купальник, который вот такой вот. И он тоже, между прочим. Но здесь я хочу показать сбоку трусики. Вот, видите, здесь такие целиковые. А у Насти вот этими веревочками. И у меня другой верх. Но я вам сейчас покажу его. У меня на завязках, а у мамы на бретелях. Таких широких и с поясом. А у меня он весь на завязочках. Так, сейчас мы тут вот посмотрим. Может, мы вас на превью картинку сфотографируем в этих купальниках, я думаю. Слушайте, ну вы, конечно, неотразимы. Я в восторге от ваших туник, я честно скажу. Настю, ну тоже давайте получше рассмотрим. Это на брюках не очень понятно было. Здесь сеточка золотистая, мелкая. Да, и очень приятная к телу. И тоже будет регулироваться, то есть можно здесь распустить, сделать ее длиннее, а можно подсобрать, если хочется показать ножку или носить, например, с брюками, как я вам показывала изначально. А представляете, вы все трое вот так приходите на пляж, ну это вообще весь пляж падает. Или они. Это точно. На самом деле нас покупатели очень часто останавливают на пляже. Где вы купили? Где? Я вот сколько смотрела, я честно скажу, более красивых купальников, чем у вас, я нигде не видела. У вас роскошная подборка. Вы номер один. Спасибо. Выбираем новые купальники уже вот все. Вот так вот зимой так не походишь по магазину. А сейчас в жару я нормально. На самом деле, когда она делает этот купальник в первый раз, думаю, все, я пошла. Меня никто уже не удержит. Я должна показать это всему миру просто. Ну, я просто хочу сказать, что уникальная ткань, потому что она смотрится серой, серебряной и золотой одновременно. Да, очень красивый кошачий глаз. Конечно, надо брать. Потому что все, такие купальники должны быть у нас. Девушки, новое звучание. Да, купальник на бабушке у нас сейчас первый, который мы вам показали. Это трибуна, это купальничек вот с такой маленькой юбочкой, которая скрывает все наши самые деликатные места. Как здорово! Купальник на каркасах, у него хорошая поддержка. Посмотрите, какой яркий, красивый, но не кричащий цвет. Он такой очень спокойный, благородный. И очень органично смотрится рядом с водой, с морем, да? Да, он вот прям вот такой, как должен быть слитный купальник. Давай, так, посмотрим. А что это за... А, давай снимем. Угу. А, здесь как-то необычно. Да, это наша туника, собственно. Это тоже ваша? Она трансформер, и мы потом покажем. Ой, она как пончо. Подождите, ну-ка, подержи-ка, Настя. Вот такая она. Ух ты. Ну, кстати. Четыре варианта. Подождите. Этот здесь мерцающий пудрово-розовый цвет, пыльная роза, да? Ну, и тоже можно, я бы сказала, применить в жизни. Очень классно сочетается с джинсами, на самом да? деле. Как бы вот это ни звучало, с джинсами. Ну, покажите, как эта туника закручивается. Давай. Вот она на маме показывает. А ты можешь надеть на себя. Угу. А, это такая же? Да, такая же туника. И совершенно по-другому как-то выглядит. Да, смотрится. Вот здесь просто. Здесь белая молочная такая сеточка. Так.
Ну, смотрите. Так, а здесь просто... Лен, а повернитесь... Да, сейчас, я поняла. Каждый вот этот туник, надевай. Бабушки размер, наверное, твой туника, да. Ну, давай я тебе покажу. Ну, как здорово, как мне нравится. Так вам надо тут заказывать. Ну, вот эти туники точно надо заказывать. А главное, что это же могут приобретать люди из других городов спокойно, потому что туники, они, что называется, сядут. Ух ты! Безразмерная можно надеть на любой абсолютно размер. И скрывает все, что хочется скрыть. Она легкая, не мнется. Не мнется. А сколько стоят они примерно? Вот эта туника будет стоить 5000 у нас нашего производства. К ней будет вот такая вот. Бабочка, да? Пряжечка. А, это пряжечка, да. Ага. А это, ну это же такая же, то есть она тоже будет стоить 5000. Просто ткань-то другая. Ткань другая. Роскошная. А какие еще цвета есть? Цвета будет золотой, белый и пудровый. Золотой, это как у Насти, да? Ой. Все, я хочу золотую. Обожаю все золотое. Дальше, смотрите. Так. По вариантам. Помнила еще один, да, это вот так, угу. Да, и вот так, угу. Здорово. Здорово. Ну, я хочу сказать, что бирюзовые купальники, конечно, смотрятся роскошно всегда у моря. И вот, Лена, если тунику все-таки сбросить, то вот этот купальник мне очень нравится. У него... Ну, это классический, простой они купальник. Они не маленькие, но и небольшие. Обязательно условие с хорошей посадкой по груди. И очень пикантные вот эти вот пряжечки такие в виде восьмерки. Такой знака бесконечности. Так, а трусики хорошо поддерживают животик. Да. И можно... Здесь также три варианта, по-моему. Два точно. Угу. Есть поуже, пониже, есть бразильянки, есть классические. И трусики здесь приобретаются отдельно, без галтера. То есть можно приобрести подходящего размера и фасона так, трусики. Ой. А я все-таки вот прямо фанат вот этой вот неземной красоты, сверкающей. Вот это мне нравится. И горошек здесь на этом фоне выглядит красота, очень как-то по-девичьи, очень нежно, изысканно. Красивый бирюзовый еще оттенок. Сидит очень хорошо. Ой. А мне, кстати, очень понравилось вот этого. И здесь однотонный низ. Он низ однотонный. Да. А покажи мне, Да. Тут низ. Два вида трусов, как мы любим. Угу. Классические, которые регулируются здесь по высоте. И такие более высокие, да, если хочется прикрыть животик. Здесь как раз эта линия, она отвлекает внимание, так скажем, от проблемных зон. Угу. И как раз смотрится вообще очень и красиво. Очень красивый тоже рисунок, вот этот анималистичный да, принт. Как раз сейчас в этом сезоне он очень с золотистым кантиком. Да. Какие у вас вешалки красивые. Ну что, переодеваемся. Давайте пестренького чего-нибудь такого дадим, я не знаю, тропического. Можем вышел. Тропические, как вам тропики наши? Ну, классные тропики. Ну, вот здесь такой вот яркий зеленый цвет, он действительно очень хорошо смотрится в тропиках. А, туника. Это ваша тоже? Да. Господи, как красиво. Но это точно, это тропики. Это тропики, звезда тропического пляжа. И здесь очень красивая чашка-ракушка. Вот сейчас хорошо. Настя, а вас-то мы забыли снять? А мы сейчас покажем тоже. Ничего страшного. На мне у нас сейчас раздельный купальник. Эта серия тоже молодежная такая. Очень люблю эту тунику. Она так вытягивает, удлиняет силуэт. Очень мне все нравится, забираю это с собой. Она, Настя, такого синего ультрамарин цвета. Да, очень красивый. С завязочкой. Можно, да, застегнуть. И рукавчики длинные, да. То есть прямо от солнца можно спрятаться. Спастись и спрятаться. Но лучше всего спасаться вот в этих вот туниках из... сетки, потому что в них будет и не жарко. Ой, какие они красивые. И Настя, и здесь еще и павлин. Кисти. Ну-ка, вот так вот потрясите. Ух ты. Ну, это давайте. На пляже, на бал, везде. На бал точно. Ну, давайте, примеряйте. Как по подиуму.
Молодцы! Я восхищаюсь вами. Вы настоящая семья, на вас надо равняться. Мы стараемся. На моих девочках любимых. Купальничек на поролоне. От Део Фиори, который как раз не впитывает много влаги. Но посмотрите, как он сияет красиво. Вообще такой интересный цвет. Маме очень глазам хорошо. Да. У вас у всех же голубые глаза. Я еще в тот раз говорила об этом. Этот выход вообще состоит у нас из Део Фиори. Да, бренда. Мы уже много лет с ними работаем. Вот здесь мягкая чашка. А это же похоже на тот лифчик, который вам нравится, который в тот раз наделал столько шума. Ну вот такие есть и купальники, стрэпы актуальные, можно носить и... Да я уже выучила, вот эти штуки называются стрэпы, да? Да. Здорово. Ну и трусики классические, да? Да, здесь классика абсолютная. И на мне сейчас классические трусы, а это как раз-таки с Семенович коллекция, которая была сделана. Очень красивая, необычная пальцы. Ну они все роскошно смотрятся. Ну что, давайте еще посмотрим. Да. Ну, это какой-то леопардовый десант. Да. Леопардовый патруль. Слушайте, ну вот я хочу сказать, что анималистический принт, он уже, ну, как бы давно на пике. И каждый раз я удивляюсь, насколько он по-разному бывает выполнен. Да? Что можно, казалось бы, там еще придумать в нем. Так, ну вот этот мы видели на вешалке. Да, и да, вот, пожалуйста, на фигуре он вообще роскошно сидит. Лен, он роскошно сидит. Посмотрите, просто. Красиво, да? Нему посмотрите, какую можно... Тоже ваш? А это еще какая-то модель такая, это не да? наша, как бы, ну, у нас вот осталась вот такая. Темно-синяя, да. Роскошно выглядит. А еще к ней вообще просто бомбическая у нас сумка. Да. У вас... А вот, кстати, я еще один увидела. Смотрите, тоже анималистический, тоже принт, тоже леопард такой прямо крутой. Сумки очень красивые, универсальные. Мы взяли себе, будем носить и на пляж, и в городе. Они немножко разные? Да, под летние лучи. Значит, мама взяла себе вот эту белую. Ну, мама, помешанная. Молочная такая, да? Молочная. А это более бежевая. А это тебе коричневую. Отдай маме ту. Ой, как красиво. Ну-ка, Лен, а покрутитесь-ка. Слушайте, какая классная туника. Так ее можно носить и просто. Готовый образ. Абсолютно легкая, невесомая. Опять же, повторюсь, осталась одна. Одна? Ну, это надо брать вот этот купальник и эту тунику однозначно. Хотя купальник можно и любой, другой, кстати, подобрать. Что еще? У вас есть из анималистических... Девочки, у меня... Купальничек от трибуны. Это моя любимая чашечка. Она очень хорошо собирает грудь. Вот такая кулисочка может немножечко порегулировать. Развязали, подтянули, завязали. Слушайте, очень элегантный, стильный купальник. Очень хороший. И мне кажется, что вот он как-то грудь делает вот, видите, аккуратный вот раз, очень. Да. А да? Раз вот то есть за счет того, что здесь вот там такой коричнево-шоколадный да, цвет. Он вытягивает, устройнит, да, освежает. Да, расцветка. Очень аккуратно выглядит. Так, ну, Настя, и ну и... Да, тоже трансформер. Значит, во-первых, еще, помимо того, что есть раздельные, ой, есть вот такие с кристаллами Сваровски, очень красивые купальнички. Ну, мы его там в начале ролика тоже снимали, но он конечно, он выглядит как, я не знаю, на бал можно идти. А на мне, так, подержите, пожалуйста. На мне купальник трансформер, его можно по-разному интерпретировать. Здесь съемные бретели, он отлично держится и без них. Угу. Можно вот это все отстегнуть. Сейчас я вам покажу, куда он трансформируется у нас. Угу. И трусики к нему просто черные. Да, просто черные, классика, чтобы не было перебора в данном случае. Mm-hmm. Так угу. Решили. Так. И просто завязываем. И просто завязки, да. Вот это все снимается. И, соответственно, у нас получается купальник без бретелей, который отлично держится и красиво смотрится. Да. Роскошно. А вот этот-то купальник еще в горошек. Да, у этого купальника вообще есть классная туника в комплекте. Прям получается... Это целый... туника или парео? Парео. Парео. Да, парео, как мне нравится. Смотрите, тут леопардики такие классные. И горошек. Ой, а здесь рюша, вот прямо рюша, да. Как фламенко такой. Красивый. Слушайте, очень красиво. А какой это размер? Или несколько есть?
по-моему, осталась эмочка. М46 размер. Потрясающе. Я бы вот не знаю, что у вас выбрать. Такая красота. Повторяю, это лучшие купальники не только в Петербурге, но, мне кажется, и во всей России. Да и за границей еще поискать такие красивые надо. Даже в Китае, казалось бы. Да? Сколько там выбора. Девочки со всего мира хотят наши купальники, потому что они действительно хорошо сидят, долго носятся, хорошо держат грудь. И еще и посмотрите, таких не найдешь нигде. Нет. Я нигде не видела. Ну вот еще пляжная коллекция. На мне костюм, на бабушке шикарное платье из сетки. И, конечно же, наша сумка хит. Очень красивые образы получаются. Можно даже со шляпой. Ну, кстати, вот вначале мы посмотрели этот костюм, Настя. Ну, да. Когда вот вы его надели, ну, просто красота. И что самое главное, можно носить по отдельности. И очень приятно. Это же вискоза, да? Да, брюки на резиночке. И вы, конечно, разработали все размеры, да? Да, конечно. Вы предусмотрели. Потому что у вас в семье все размеры представлены. Да, мы, нам же надо где-то одеваться. Самое главное, что да, вот данная модель, да, она садится на любую грудь. Есть грудь, нету, а маленькая, сзади-то, большая. Сзади какая еще красота. Да. Ну, мне очень хотелось открытую спину, не знаю, прямо. Да. Но в такую жару, что называется, есть что надеть. Ну что, девушки, это очень здорово. Но пока мы с вами снимали, да. У нас появился гость. И, дорогие друзья... Это Лариса. Она приехала, это моя зрительница, между прочим, Молодец, зрительница, да? моего канала, которая приехала с Алтая, можно сказать, из Барнаула. Да. Спасибо. Она посещает по списку моих рекомендаций и приехала к вам в Помелу, чтобы выбрать белье. Сейчас Лариса, я думаю, нам расскажет. Да. Здравствуйте. Очень рада. Ну, Лена, я к вам обращаюсь. Смотрела видео Марины Михиной, что вы можете подобрать бюстгальтеры, белье для женщины. Мне, конечно, очень важно базовое белье, если это возможно, телесного цвета бюстгальтер, черного цвета. И знаете, у меня есть еще одна проблема. Практически не ношу платье, а сейчас лето, хочется что-то яркого, воздушного. Вот. Если да, что-то, конечно, чем мы могли бы справиться? Конечно, с этой проблемой мы прямо сейчас вам прямо вот сразу сходу поможем, и вы сможете носить платье. Конечно, как летом женщина без платья. Это первый вариант. Давайте, дорогие друзья, я хочу сказать, что у меня такая же проблема. Это штанишки из хлопка, которые выручают нас летом от натирания. Хлопок, мягкий переход, да, соответственно, ножку не пережимает. Вот, кружево эластичное. Вот мы смотрим состав, хлопок, 5% лайкра. И стоит это? И стоит это всего 1500. Да. Дорогие друзья, и мой промокод еще же действует. Конечно. О боже, дорогие друзья, значит 1500 минус 150 рублей, да. Получается 1350 что ли? Еще есть бандалетки. Это тоже то, что препятствует натиранию между ножек. Это такие как полосы, которые надеваются на ножку. И в самых местах, где вот это натирание происходит, они не скатываются, надеваются. Да? И очень комфортно. Они гладкие. Если честно, они сколько стоят? Эти 1400. Вот все думают, там худышкам, например, не нужны. Но у меня такое строение ног, что ножки соприкасаются. И, соответственно, я летом ношу с удовольствием. У меня такие, да? кружевные, и это просто вот для всех. Для любого возраста. А да, есть еще спасение. Вот такие вот без кружавчиков? Вот. Да, есть гладкие, да? Покажите, пожалуйста. Я очень сама заинтересована этим. Как вам, Ларис? Да, как вам? Так, ой, вот эти мне, пожалуйста, заверните 54-го да. размера. Или какой он там? 2XL? А эти сколько стоят? Эти 1650. Боже мой, 1650. Более, минус 165. Да. В общем, получается 1500. Да. Так я думаю, надо... А, подождите, у них даже вот для попы как будто бы... Да. А они, вы сказали, какие-то испанские, что ли? Испания, конечно, Испания. Очень тонкий край. Да, не пережимают нашу линию талии. Макровая ластовица.
Это вообще отдельный штук. А их вообще как бы с трусиками или без трусиков носить? Как вы считаете? Без, конечно. Без. Лучше без. Слушайте, это вообще, я предлагаю сделать сюжет в вертикальном шортик, да, потому что это просто, это бомбическая находка для женщин, которые перестали носить платья по этой причине. Ну теперь можно. Лариса, можно, вы поняли, что вы пришли в нужное, в правильное место? Да, Марина, спасибо большое. Ну что? За ваши наводки, за ваши блог, который вам огромное спасибо за доверие. Издалека приезжают люди и вот так вот. Это так ценно вообще. Да, да. У меня часть культурная программа, а часть именно шопинг. Несколько дней я... Этим оставила для шопинга в Санкт-Петербурге, но иду никуда, либо не трачу время, а иду прям по адресам, которые выписала у себя по блоге у Марины. И со штанишками очень здорово. Еще же есть черного цвета, да, тоже? Конечно. Здорово. В общем, приходите, пишите. Это тоже можно спокойно заказать по интернету заказывать. Да, потому что с ними, да, не промахнешься. Ну что, базовые вы хотели, да, белье? Покажите нам базовое. А тут, кстати, пока они идут в базовое, я вам покажу, какие тут обалденные есть. Вот. Два цвета, боди. Шик, просто невероятно смотрится, можно носить без галтеря, можно и без, я ношу уже и просто продала его сразу же, как только сюда зашла, девушка купила его с меня, потому что оно было в единственном экземпляре, я поняла, что нужно делать для моих клиентов тоже, потому что очень красиво. А еще телесный или белый? Да, телесный. Угу. Ой, а телесный вообще, как будто бы ты голая, да, и по тебе цветы разбросаны. Да. И тут такая интересная спинка. А сколько он стоит, дорогой? Так, по стоимости 9900. 9900, да. Ну я думаю, что для такого нарядного вполне себе можно. Ручная работа, конечно, тут вообще эксклюзив, очень красиво. Я в восторге. А еще базовое белье. Базовое белье, да. А вы уже, Лена, вы уже нашли базовое белье? Уже Ларису отправили в примерочную? У нас, конечно, нельзя забывать о том, что спейсер, гладкая чашка, незаменимый на лето, дышащий, гипоаллергенный, очень приятный, держит разные размеры груди, невероятная находка на лето. Сейчас у нас еще представлен в нескольких цветах, это черный и такой вот красивый цвет пион. Это пион считается? Да, это считается. Ну, он как бы разновидность телесного, да, с розоватой, да, легкой. Но такой... он вообще абсолютно незаметен под ноткой. Одеждой. Да. Да. Цвет очень универсальный. А еще появилась подождите, пыльная Настя, роза. А вот это. И это тоже. Пыльная, это вообще какой-то прям... к центру. Ой. Тоже базовый бюстгальтер. И еще есть вот этот. Сзади тут как... Очень красивый. Очень красивый. Есть еще вот такая чашка Гафре. Гафре. Полупоролончик. Тоже базовая модель. Хорошо собирает все с бочков. Угу. И здесь мягкий край, не перерезает грудь. То есть все собрано. При этом... А, это же мы вверх ногами смотрим. Давайте сюда. При этом здесь вот ничего не перерезает. Очень эластичная. То есть у кого асимметрия про груди, да, грудь разных размеров, он это скрывает и очень хорошо поддерживает. У вас роскошное базовое белье. Вот я Она вижу. Она мне, да, вот такой. Ой. Без бретелей. Да? Ношу его и очень люблю. На лето всем рекомендую девушкам под открытые наряды. А не спадает, Настя? Не спадает, держится в течение всего дня. Вот как на деле зафиксировался, так он и будет, да, держать. В здорово. Разных цветах у нас. Ну, я вижу черные тоже. Ну, черные это тоже. Боди такие, боди, да, коррекции. Есть с кружавчиками, да, без кружавчиков. Здесь. То, что можно носить просто на каждый день. Сколько вот этот стоит, например? Так, этот бюстгальтер у нас. Главное, что мне нравится, Настя, что поскольку у вас 5500, цены абсолютно адекватные и демократичные. Я хочу сказать, что благодаря тому, что у вас в семье очень разные по комплекции, да, женщины, вы все друг друга понимаете, и поэтому, поэтому всем вот я очень рекомендую приходить именно в Памелу, потому что здесь можно найти белье
и купальник, конечно, о которых мы сегодня много да. говорили, именно на достаточно сложную разные фигуру. Разные размеры. Действительно, у многих есть такие стереотипы, что ну вот здесь либо белье на большую грудь или на маленькую. На самом деле, поскольку мы все здесь одеваемся, нам важно, чтобы каждая девушка, которая могла к нам прийти или, например, заказывает онлайн, могла для себя подобрать то, что действительно нравится, в чем ей будет удобно и очень комфортно. Поэтому мы за все размеры. Вот у нас есть такой слоган: лучший размер – это твой, а мы помогаем его подобрать. Здорово, вот. Я в полном восторге. А вот и сеточка просто да, такая, сетка. Да? Это вообще незаменимая вещь летом. Не жарко, под грудью не потеет, все зафиксировано, и она хорошо держит грудь. Ну и, насколько я знаю, это колумбийское утягивающее это белье. Это еще не нет, колумбийское, нет? Это вот это. А, колумбийское вот это? Более серьезная. Ну, это я прямо бы сказала, как... потому что она выстраивает полностью фигуру и силуэт. Под любое платье, если хочется похудеть на два размера. Слушайте, за 5 я раньше минут, даже такие не встречала по ткани. По да? ткани. Это да. совсем другая ткань, не такая. То есть вот это вот ну, достаточно традиционная да. ткань, а вот это вообще необычная. Здесь вот как флаг раз флаг Колумбии, кстати. Для каждой девушки, чтобы вот каждая пришла и смогла подобрать для себя. Хочется полегче коррекцию, вот. Хочется полегче коррекции, да. и стоит она более демократично, да, чем она колумбийская. 4500, ничего себе. А это я знаю 15 тысяч, да. Но это совсем другой вариант. Это совсем вот, ну как бы на видео я не знаю, насколько это видно и понятно, но достаточно потрогать, чтобы понять, что это другой вариант. Здесь несколько размеров минус. И вот если вам нужно срочно куда-то к мероприятию похудеть визуально на 5 килограмм, это точно тот вариант, который вам поможет. И еще и оно фигуру делает абсолютно красивую. То есть такое. Так, у нас Елена. Елена в работе, она Ларисе подбирает базу. Ну что, дорогие друзья, мне кажется, что сегодня получился такой классный у нас обзор. Даже моя зрительница приехала. Я, кстати, Настя, вот сейчас, прежде чем мы скажем заключительное слово, все-таки вы надели эту тунику. Вы только посмотрите, дорогие друзья, она стоит около 5000, и ее можно заказать. Ну, 5 с чем-то, ну там с моим промокодом, ну неважно. Ее можно заказать во всех размерах. Но все равно это не 10 тысяч, не 15, да. это да. 5 с чем-то. Не забываем про базовое белье. Да, базовое белье, как раз Лариса сейчас примеряет. Вы только посмотрите, какое классное. Без Ой, костей. Вот это мне надо померить без очень костей. Очень хорошо. Вот Настя... это сказала Настя, роскошно сидит. И да, это очень больших размеров. По груди оно хорошо держит. То есть мы просто взяли маленький размер, да. но вы говорите, что то, большие да, размеры. Большие. А еще тут вот, кстати, такая как бы классическая резинка да. внизу, да? И тоже. Очень хорошо поддерживает. Здесь 4 ряда крючков. Цвет универсальный. Спинка. Да. Так, и очень хорошо все собирает и держит. Вот это и для дома, и на каждый день, и в поездку, и в дорогу, и еще есть вот такой топ. Ой, вот это вот моя любовь. Я вот тут практически перешла на такие. А, ну тут зато с застежкой. У меня без застежки, как майки такие. Нет, ну наличие застежки это хотя бы какая-то дополнительная фиксация. Я согласна, я согласна. Ну все, дорогие друзья, подписывайтесь на мой и на все соцсети, на мои соцсети и на все соцсети Памелы. Напоминаю, что скоро вас ждет сюрприз, где-то в середине лета, я надеюсь. Мы да, там, да. Но частично Идем. Сюрприз уже был, это то, что у вас можно что-то Произвол. Заказать, что вы, да. Ну Но что, и промокод мой, да? не забывайте спрашивать. В общем, Спасибо. Ждем ваших комментариев. Мы старались. Спасибо большое. Лариса, ну как там? Один уже есть. Да? Первый пошел. Yeah.